Все, раз, два, это три. Два. Заходим, все резко. Ай. Давай, 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 давай. Есть! Ай, есть! Я его убил! Да. Есть! Щенок, мы тебя замочили, ну ты молодец! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Фриз, Скайфорум, Везунчик, Подлючка, Кирилл Геймер, Маквейт, пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, братья. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная, веселая рубрика «Выживание в школе Балди от хедкрабов». Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. 3, 2, 1, погнали. Он застелился. Я уже умер, что ли? Так я не успел даже три сказать. Успел. Ну ладно, да я подался, как всегда. Да это стучат, так зажали, пацаны. Тим, ты не пойдешь. Ой-ой-ой-ой-ой, красавчик. Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться и позаписывать ролики, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Совершенно верно. Мы вас там забаним. Ой, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Откуда вы понаблаждались? Давайте по всей карте, все позиции чекать. Я успел ударить тебя или нет? Ты по мне попал. Жизнь пополнять нельзя, пацаны. Да. А то это нечестно будет. Я иду мочить пацанов, а пацаны мочат меня. Без слов. Правильно. Так, я буду сейчас очень сильно злиться. Нас пока есть двое, да? Я еще одного ранил. Потихонечку, ребята, выносим жизни пацанам. Потихонечку, ай, помаленечку. И тоже проигрываю очень быстренько. Ай! Ай! Да блин, ты придавил меня ногой. Я, это нечестно. Давайте сейчас да не убегай. О, не сиди одна. Ой-ой-ой, как нас мочат с Профитом. Блин, ну конечно быстро. Это, наверное, самое быстрое сливание, которое было вообще у меня. Такого еще быстрого никогда не было. Да, конечно, задавили меня. Ногой, да, пяткой. В следующий раз буду до 5 досчитывать. Как? Вот это вы быстрые. Профит, давай соберемся и нормально сделаем по-красивому все. Давай. Только меня уже расстреливают. Меня по тоже. Красоте. Подождите, я должен стекло разбить по-любому. Отлично. Открывайте двери. У нас есть, конечно, небольшое преимущество тем, что мы можем видеть от третьего лица. Это, конечно, чуть-чуть небольшой плюсик такой. О, Дима, привет! Назад посмотри. О, давай вместе, только ты не мочи меня. Вот, они вот тут в столовой. Все, заходи, там, открывай двери и заходи. Да я пошутил, надо было не заходить, ну что ты. Типа тут еще один. Ай-яй-яй, еще бы чуть-чуть бы и за спину схватил. Буквально пипись... Ой, это чуть-чуть осталось там. Писька. Так... Надо очень качественно пацанов мочить. Слышите, вы где, щенки? В одном месте, собрались. Да. Сыкуны вонючие. Да, да, да. Молчи, ты перхоть. Перхоть. Плохо, Дима. Все, захожу. Дайте зайти, пацаны, я не буду вас убивать, я обещаю. Да, конечно, я обещаю, что не буду вас быстро убивать. О, молодцы. Ой, блин, какой же ты молодец. Да глянь, форум. Да ты смотри, где вы дробаши эти взяли мощные? Не важно. Да я не зря в CSGO играю. А там что, есть режим с хедкрабом? Да. Да. Ну 1.6 типа был. Ай! О, да, попал, попал. Ты его. Так ты меня убил. А так ты убил кого-то или нет? Тебя, да. Да ну блин, это же нечестно, опять же. Ой, сегодня чувство весело будет. Что-то не так. Отлично, я ранил, ранил его. Так а сколько у тебя же там жизни? Подлец ты, это кейс. Надо осторожнее. Появился в логове этих челепиздриков. Ага, конечно. Дима, можно прятаться по карте? Где? Диме, я буду по звукам ориентироваться. Это безопасно. Попой, дай. Ай-яй-яй, это, блин, вообще невозможно зайти туда. Они там вот зашкерились прям по красоте. Да, да-да-да, попал. Так ты не убил же, его надо убить. Я тоже попадал. Так, давайте возьмем другого хедкраба. Какой у нас есть хедкраб?
Не, я именно на голове уже. А, ты уже на голове. Ну все, убивай его, нажимай R, и он умрет, и будем втроем. Я так мертвый. Ай, меня за что? А меня за что? А, это ты, это блин! Да ну... Я надо достиг, давай мочить всех. Так, нас трое уже, да? Да, да. Отлично, ребята, увеличивается банда хэдкрабушников. Привет. Мы вас все равно выиграем. Здравствуйте. Не-не-не-не-не. Вон они. Вон он. Где? Вперед. Прыгаем. Вот. Ой, блин. А меня за... А я не... А чё как-то я рядом, я же на тебя не попал, осторожно, по сути. Осторожно. А Дима Friendly Fire делает. А ты меня тоже убивал. Ай! Чисто в голову вообще. Щенок, иди сюда. Быстро, быстро мочи его. Щенок, короче, сюда, нам сюда, нельзя, пацаны, этот выбирать, где большие пространства. Да они нас сразу убивают. Опа, люди, есть! Попали. Есть, я убил! Отлично, нас ты уже четверо. Вот это жесть. Ай-яй-яй, смотри, он зашкирился там в бункере своем вонючем. Дима, мы их хорошо зажали. Хорошо, помогайте, пацаны, помогайте. Хорошо, отлично. Банда идет, убийц. А нас уже трое, тяжелее будет убить. Нас вообще уже больше. Уже пятеро. Уже пять? Да ты смотри, опять ты бункерщик вонючий. Так, давайте, чтобы мы быстрее туда шли. Так, я уже здесь сразу. Не попал. Щенок вонючий. Давайте посмотрим, тут кто-то сидит или нет. Мне кажется, кто-то сидит по-любому. Вот, везунчик про, давайте его. А нет, давай. Никого нету. Рафит. Догоняем. Гасим его. А! Не попал, не попал. Щенок вонючий, не попал. Пацаны, он тут, в этот, в столовке. Ай! Блин, даже не успел прыгнуть. Представляете, какой? У него мало хп, у везунчика про. Ай! Ну я считай попал, вы видели, я же чуть-чуть бы и попал. Чуть-чуть не считается. Давайте, кто останется последний выживший, может любое оружие использовать. О! Там кто-то захилился? Кроме красной гранат, потому что красный гранат это немножко читерс. Все, убили, да? А кто остался в живых? Давайте перекличку сделаем. Билл Геймер, везунчик. Ага. И этот, и ЛТВ. И Фриз. Фриз, точнее. Ну я же... Да ну как? Ты что, металлическая жопа? Что не мог попасть? Да. Да это какой-то бред. Но он же аниматроник. Ну да. Ну вот. Ай! Мгновенно выносит. А, он взял 100-патроник. Ребята, это очень классное оружие. Это не Эггис, а не 100-патроник. Хочешь, вот отойдет меня? Нет, я знаю, где... Давай, 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 мы уже тут. Мы его убьем. Давайте посмотрим, убьют его пацаны или нет. Ух, там 4. Есть, я вижу, специально не возрождаюсь, чтобы посмотреть, как вы его убьете. Давайте, давайте! Есть! Yes, я попал! Да, есть. Так, ну что, последний остался выживший или еще их двое? Нет, везунчик про. Кирилл Геймер и везунчик. Все, давайте, только сейчас одного убиваем и делаем время 10 секунд для того, чтобы он выбрал оружие из себя. А где они? Там, там, там! Где везунчик он? Уже возле умирал. Возле столовки коричневая дверь. А, идем, идем. Он всегда выбирает вот какие-то он. Коричневые двери. Давай, на раз, два, три. Да резко давай. Заходите! Ты зараза! Тут труп чей-то. Открывай и беги. Беги, о, беги. Убил, он на одну тыкву. Сюда. Я слышу, если вы выстрелили. Я убил Кирилла Геймера. Я убил Кирилла Геймера. Все, пацаны, давайте делаем перерыв для того, чтобы кто последний выживший мог оружие себе набрать. Кирилл Геймер последний. Все, давай, нет. Любую оружку. А кто да. Еще жив? А что, всех убили? Ай. Да, все. Всех убили. А последний был везунчик про, а последний Кирилл Геймер. Мы их одновременно, например. Ладно, давайте сделаем так, раз профит у нас начинал, давай мы тебе даем шанс для того, давай. Чтобы ты один повыживал против нас всех. А стоп, дайте тогда это. Да, давай оружие бери, ребята, сейчас будет очень жестко, поэтому досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет еще мега-мега взрыв. Ну, для начала мы должны еще профиту дать шанс повыживать, потому что он был с самого начала за хэдкраба. Я, по сути, тоже не смог повыживать, так как меня сразу замочили да, в первые три секунды. Ты профит. Он около столовой. Ты готов, профит? Скажешь, когда будешь готовый. Да. Все, пацаны, погнали. Засекаем время, сколько он проживет. Ай, меня крякнули. Меня свой же убил. А, меня тоже убил свой. Ой-ой-ой, я так хочу его убить. Очень сильно хочу его убить. Я по нему попал. Отлично, значит у него уже меньше жизни. Нет, не попал, сейчас попал. Попал, да. Попал, я попал. Да, попал. Ай-яй-яй-яй-яй. Тебе, конечно, лучше было бы в классе ныкаться где-то и проход стрелять. Да блин.
Ай, блин, да я не хотел убить своего. Да что ж вы творите? Куда он побежал, пацаны? Может, он в классе где-то? Бежал. Я его съел. Да блин, я оружие выбирал. Все? Да. Так, давайте теперь я повыживаю. Реально хочется повыживать. А где ты? А вот это уже другой вопрос. Вы должны меня найти. Но я не сильно заныкался. Я в очень простой нычке. Я понял. Если вам будет сложно, я постреляю, чтобы вы меня нашли. Спустя 3 часа. Дима, ты где? Слышу. Я знаю, где он. А чё вы не убиваетесь? А, вон, я слышал. Ты не убиваешь. А, нет, ключ. Ай. Где он? Секретные нычки в столовке. Не попадёшь. Ай, попадёшь. Попадёшь. Попал? Да! Да я же убил тебя! Да ну как? Кто меня убил? Давайте я. Все, давай. Я беру тоже сейчас телепиздрика маленького. Скажешь, когда будешь готовый. Ага, сейчас. Ой, ребята, я, кстати, продержался чуть-чуть дольше, чем Профит. Или нет? Наверное, так же. Нет, он дольше выживал, нет, чем я. Меньше. Я меньше выживал, да. Я просто я тактику какую-то конченую выбрал, на самом деле. Этот миниган очень слабые пули. Надо было пуль 6. Я готов. Все, пацаны, давайте, выдвигаемся. Он в классе с коричневой дверью. Ты его нашел уже? Да случайно, я просто кабинеты проверял. Конечно. А его нету здесь. Он есть! Есть. Ай! Он взял классный миниган! Он взял жирнячий прям. Так, подождите, а где они? Я не могу их найти. А там 2 входа, да, в этот класс? Да. Отлично, сейчас мы его замочим. Так, он там, да? Да, он сидит, он крысит, он в 2 стороны чекает сразу. Нет, молодец! Он ай! Да блин! Да все, есть, убили! Это дверь! Молодцы, молодцы! Еще 1 раунд, теперь будет форум выживать. Форум, скажешь, когда будешь готовый. Тут всегда ко мне люди заходят. А можно сказать? А, вижу. Я возле столовки. Тихо, стоп, мужик, давайте все вместе соберемся и зайдем резко. Давайте. Все, давайте, давайте, мы вас ждем, вот мы. Я бегу. Синяя дверь. Мы бежим. 99. А давайте, давайте, собираемся. 1, 2, 3. Заходим, все резко. Ай. Давай, 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 давай. Есть, ай, есть, я его убил. Да. Есть. Щенок, мы тебя замочили, ну ты молодец. Мы там друг на друга напрыгали. Это было классно. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения. Всем пока.